Всем привет! Как всегда, благодарю вас за то, что смотрите эти монологи, за то, что оказываете материальную поддержку каналу и за то, что пишете комментарии, читать которые мне весьма и весьма интересно. Я не люблю слово «весьма», кстати говоря, но я часто употребляю слова, которые не люблю, потому что не знаю почему, потому что волнуюсь, потому что у меня нет телесуфлера, потому что я импровизирую, ядрен батон на ходу и... Иногда не найти нужного слова. Но это бог с ним. А усилие Маркса всесильно, потому что оно верно, как сказал Владимир Ильич, которого я не люблю. А Маркса тоже не обожаю, и учение его не всесильно, и думаю, что неверно. В отличие от музыки Джет Ротал и Яна Андерсона, которая всесильна, потому что... Она верна, и потому что ее много, и потому что она бесконечна. Ибо пластинки Джет Ротал продолжают выходить, их уже много. И меня это радует, в отличие от учения Маркса и слов Владимира Ильича Ленина, которые меня не радуют и никогда не радовали. Так вот, пластинка под названием «Эй», которую многие не причисляют вообще к... дискографии Джет Ротал, а говорят, что «Ну, эй, это вообще сольник Андерсона, это как бы вообще неудачная какая-то история». Я сталкивался с такими мнениями и хочу их опровергнуть, точнее не опровергнуть, а войти с ними в контры. Потому что этот Джет Ротал, что бы там кто ни говорил, это очень хороший альбом. Он просто... не похож на предыдущие. И как часто бывает, когда группа, записавшая достаточное количество альбомов, устоявшаяся уже в стиле, устоявшаяся в восприятии слушателей, как мудреная, к звуку которой слушатели привыкли. Полюбили его, не полюбили, дело десятое. Кто-то полюбил, кто-то не полюбил, но все уже... знают, что это за группа, что она играет. Потом вдруг бац, она выпускает совершенно другую музыку с другим звуком, с другой подачей и в другом времени находящуюся. И все говорят, ну это все, это старик не тот уже. Все не то, все уже все. А на самом деле это только начало. Это начало новой главы. Творчество Джет Ротал. Stonewatch был очень удачным альбомом, очень хорошим. Мне он очень нравится. Я когда был юн, я просто напевал, ходил днями напролет песни, насвистывал там Home, вот это все. В основном Home мне просто в голове крутился все время. Элегия замечательная. Там вообще там все песни как на подбор. И он уже сделан в звуке, который сильно отличается от предыдущих альбомов Джет Ротал, от Heavy Horses даже, от, я уж не говорю про Songs from the Wood, который я обожаю, но он еще все-таки в духе старого Джет Ротала, хотя уже он уже в звуке 80-х, несмотря на то, что это 70-е еще. 70-е кончились на Mr. Lonely Gallery для Джет Ротала, а вперед они уже ушли с Songs from the Wood и Heavy Horses, это уже звук отдаленных 80-х, которые не отдаленных, точнее, а которые уже на подходе были. Гораздо жестче стала группа, а на Stonewatch они еще более ужесточились, и вроде бы все уже катило, но Андерсон распустил группу после тура Stonewatch. Умер Джон Глазкок, басист замечательный. Все пошло не так, и на самом деле музыканты устали друг от друга. Мартин Барр говорил, что на концертах мы были великолепны, а в студии все уже как-то шло наперекосяк, уже было неинтересно. Играть стало неинтересно, потому что, по сути, мы играли ту музыку, которая от зубов отскакивала, которую мы играли и до этого, и до этого, и до этого. Ну, просто менялся звук, менялись композиции. И Андерсон это чувствовал. Понял, что бегать по кругу он больше не будет, и группу распустил.
И группа благополучно распустилась, потому что Бэрримор Барлоу ушел в другой коллектив, не помню название, некоторое время там проиграл, замечательный барабанщик. Потом он работал сессионным музыкантом, с Ингви Мальмстином записывал пластинки, с Джоном Веттоном, с кучей других артистов, после чего организовал группу Storm, собственную, которую я не слышал, кстати, очень хочу послушать. Остальные музыканты тоже расползлись. Дэвид Палмер занялся серьезной музыкой, стал работать композитором, аранжировщиком и дирижером. Джон Иван играл, они играли вместе с Палмером какое-то время вместе, а потом он просто стал владельцем строительной фирмы. Ушел из музыки совсем. Мартин Барр засел у себя в поместье небольшом и стал записывать сольный альбом, который записывал. Я напоминаю, что речь идет о 79-м годе. Записывал. И дозаписывал его вплоть до 1995 года, когда он только появился на свет. Ну, Мартин Барр ленивый был человек. Хотя на концертах, конечно, полное безумие выдавал. То есть пластинка появилась только в 95-м. А компания Chrysalis попросила Андерсона записать альбом песен Джет Ротал в акустических версиях. На что Андерсон ответил: на кой черт мне переигрывать все то же самое, потому что я и группу распустил, и я больше не хочу вот это все опять смотреть в прошлое. Давайте я запишу сольный альбом, другой. Ну, Chrysalis сказали, что ну ладно, давайте тогда. Тогда уж так, раз на то пошло, давайте сольный альбом. И Андерсон стал собирать музыкантов. В первую очередь он собрал Эдди Джобсона, молодого паренька, который уже имел гигантский опыт, работая с Фрэнком Заппой и с кучей еще других музыкантов, и с группой UK, про которую я рассказывал. А группа UK играла на разогреве у Джет Ротал несколько концертов. Андерсон пригласил Эдди Джобсона в качестве скрипача и клавишника. Эдди Джобсон привел знакомого барабанщика, который устроил Андерсона. Потом Андерсон позвонил Дэйву Пеггу из группы Firepot Convention, который уже ушел из Firepot Convention на тот момент времени и сидел просто без работы. Дэйв Пегг радостно согласился. И в конце концов Андерсон позвонил Мартину Барру, сказал: приходи, на пару песенок запишем. Мартин Барр пришел, да так и остался снова вместе с Андерсоном. И получился полноценный состав Джет Ротал. На самом деле он получился как Джет Ротал после того, как материал был записан уже. Администрация Chrysalis послушала и сказала, что это самый лучший альбом Джет Ротал, который до сих пор был вообще тобой, брат Ян, записан. И Ян кивнул головой и сказал: окей, это снова Джет Ротал. И это действительно Джет Ротал. Это так и звучит, как Джет Ротал. Но абсолютно современно, жестко, мрачно, наверное, самый мрачный альбом из всех, которые Джет Ротал записывали и записывать будут. Уж не знаю, что там будет дальше. Но он, конечно, будьте нате, он тревожный, суровый, мрачный, несмотря на мажорные даже такие вещи, как Flying Dale Flyer, например, песня вторая, она такая мажорная, с такого запева хорошего начинается, с удивительно сложной и красивой мелодии вокальной. Одна из лучших, наверное, мелодий Андерсона. Я имею в виду мелодию, ту, которую поет человек, да. Он поет здесь двухголосье, потом трехголосье, и в конце просто уходит в хор, какой-то голоса трудно сосчитать. По-моему, там три так и остается. Ну, безумно красивые раскладки. Очень здорово. А песня посвящена... Эй, как это? Alert. Слово alert, да? Тревога. Пишется как alert. Alert. Это Flying Dale, это радиолокационная станция, которая, на самом деле существующая, которая занимается отслеживанием небес на предмет ядерного удара. И вот alert, вот этот самый... Буква A – это когда ядерная угроза. Начинает мигать вот эта буква A красная. В общем, нам пришла кобзда.
так называется пластинка. Хотя по другой версии буква A, буква A была написана на коробках с пленкой готовых песен, как бы Ян Андерсон. Ну и та, и другая версия хороши. Мне больше нравится про вот эту самую ядерную угрозу, потому что пластинка вся посвящена или ядерной угрозе, или ужасам современного общества. Вот Flying Dale Flyer, это я уже сказал про мигающий знак ядерной угрозы, хотя мажорно красиво поет Андерсон, очень здорово. Crossfire, первая песня, посвящена, а написана после того, как террористы захватили иранское посольство в Лондоне. И Эдди Джобсон говорил, что на следующий день после захвата посольства террористами, которые были уничтожены, на следующий день Андерсон пришел в студию утром и принес готовую песню. Говорит, что работал с дикой силой Андерсон, писал песни просто мгновенно, с бешеной скоростью. А Дэйв Пэк, басист, говорил, что эта группа репетировала так, как я не репетировал всю свою жизнь. За неделю репетиции я сыграл больше, чем сыграл во всех предыдущих своих группах за 10 лет. Говорит, эти ребята сумасшедшие. Они ума лишились на репетициях, просто завернулись. Они все время репетировали. Ну и получилось чудесно сыгранная, филигранно аранжированная, сложная музыка. Сложная, но очень кайфовая. Walking Joe, третья песня, отсылает нас к роману Джорджа Орвелла 1984. Неоригинальная мысль, но здесь нет никаких прямых отсылок к Орвеллу, а взгляд Андерсона на человечество, угнетаемое большим братом, без упоминания Орвелла и всего такого, но становится понятно, о чем речь. Очень красивая песня, она вышла на сингле. На первой стороне был Flying Dale Flyer, а на второй Walking Joe. Очень хорошие две песни, замечательные. Black Sunday, бешеная совершенно, бешеный темп. Про жизнь человека, который несется в аэропорт на такси, в аэропорту давка, суета, толкотня, журналисты носятся, все, самолет туда-сюда, в общем, все на бегу. Все очень быстро, суетно и очень красиво, Black Sunday. А Crossfire, между прочим, написано от лица заложника, первая песня, от лица заложника, который сидит под террористами, и пули летят с разных сторон мимо него. Слава богу, он остался жив, потому что все заложники в этом иранском посольстве были освобождены, а террористы уничтожены. Но это дело 25-е. На второй стороне Protect and Survive, первая песня. Что это такое? «Защитись и будешь спасен». Это брошюрка, которая распространялась в Англии. Ну, для того, чтобы граждане знали, как вести себя во время начала ядерной бомбардировки. То есть, опять-таки, тема прослеживается в полный рост. Такая вот веселенькая пластиночка. Но музыка очень интересная. И вот Protect and Survive и Butter is not included, следующая вещь, они в таком с каким-то налетом восточной музыки, но только с налетом. Андерсон, я не знаю, откуда что берется, он, по-моему, знает всю музыку мира. И он так легко вставляет мотивы, фразы из музыки абсолютно разных стран, разных континентов. И они так естественно ложатся в музыкальную ткань, что просто такая широкая становится музыкальная палитра, так она раскрывается, и понимаешь, что музыка, она и не английская, и не американская, и не русская, и никак, она вот эта музыка всего мира, world music, и при этом это Jet Rattle, английская группа, все это пропитано Англией, пропитано роком. Удивительное дело, за что я и люблю Jet Rattle, не только я, а многие-многие другие люди. Uniform, песня про униформу, в которой ходят миллионеры, проститутки, солдаты, рабочие, все мы, выйдете на улицу, посмотрите, мода такая. Вот все, да, все одинаково одеваются, одинаково живут, одинаковую еду едят, одинаковые фильмы смотрят, сериалы. И, в общем, понятно, уныние сплошное. Four-wheel drive, тяжелая, качающаяся такая ритмическая структура,
очень хорошая. Но я не говорю о том, что дуэт флейты и скрипки здесь постоянно идет. Электроскрипки, замечу, Эдди Джобсон на скрипке и на синтезаторе. Очень все здорово. И удивительная вещь, The Pine Matters Jig. Джига веселенькая, которая переходит в такие какие-то сложные, скажу, вылетят само, арт-роковые структуры. Так закручено, так накручено, а при этом джига. Фу, откуда что берется, опять-таки, повторюсь, очень интересно. And Further On, последняя вещь, торжественное закрытие этой сюиты, не побоюсь этого слова, под названием A. Очень хорошая, очень неожиданная пластинка, которая открывает, как я уже говорил, пафосно новую главу в творчестве Джет Ротал. И глава эта довольно длинная, и про нее мы еще поговорим. А сейчас пришло время пойти пить. Пока.